Об успехах и проблемах областной столицы от первого лица в четверг в прямом эфире городского телеканала «Мэр» Владимир Слепцов. В программе «Диалоги» он ответит и на ваши вопросы. Их можно задать по телефонам 30 220 и 72 11 60, а еще в нашей официальной группе ВКонтакте. В ней размещен соответствующий баннер. Итак, четверг, 5 апреля, сразу после выпуска новостей в 18:30, прямой эфир с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым.